Что ж он тогда не будет ходить, что ли? Теперь Миша ходит. Два. Раз, два. Четыре. Что ты все пьешь? Сейчас Миша ходит, Аня. Она меня, что ты много пьешь? Ну я тогда полторы кружки выпила. И сейчас вот. Ты неправильно идешь. Я по половинке наливаю. Я думала, я много. Сейчас вот так отравись, мне чуть-чуть бы это чернушка. Кафе я как-то рискнула, заказала чай. Неправильно. И такое? Такое. Я не знаю, какое слово. Вот они заваривают это, даже в журналах пишут. В русском журнале. Кофе стоит, то есть чай стоит столько же, сколько кофе, но они вот как в детском саду. Вот пакетик навигал, заваривают, томат свежевыжатый, лимоны, апельсины видны, как выжимаются, весь процесс, и 150 рублей стакан апельсинового сока. Это намного вкуснее, чем пропуск кофе. Хода. Как? И витамин. Сказки. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 75. Оксана первая позвонила. Славка позвонила, еще сказала. Ну что там делаете? А по-канадски будут как-то. Мишель. О, Мишель. Да, Мишель. Кармишель, будешь с нами играть? Что за песик тут это? Котенок. Как бы нам его, котенок, как бы нам не забыть тут, а то вдруг забудем. Маленький мотается под ногами, а мы раз ушли. Миша, а мне расскажи. Оп. Выбили, да не ту. Ань, ты... ты далеко, Аня ушла, поближе. Не надо, Ань. Амели, ближе подходи, а ты с разбега. Сейчас, Аня, нет,